Дом не на костях. Точку в инциденте со строительством многоэтажки на месте предполагаемого еврейского кладбища поставили в Гомеле. Площадку посетил посол Израиля Алон Шагам, который еще раз подтвердил, место не представляет религиозной ценности. Кроме того, под сомнение ставятся и данные краеведов о возможных захоронениях. Напомню, дискуссия вокруг небольшого участка земли в центре Гомеля развернулась год назад. Историки тогда заявили, что на месте будущей многоэтажки могут находиться могилы, датированные 19 веком. Для местных властей это стало полной неожиданностью. К этому моменту уже производились раскопки под фундамент. Даже на глубине в 4 метра останков не нашли, но тем не менее стройку тогда экстренно остановили. Было какое-то, если даже минорное недоразумение, как я понимаю. Оно даже не совсем дотрагивалось до тех тем, о которых мы вообще думали. То есть тут не было ни вопроса светского против религиозного или набожного и ненабожного вопроса, а, как вы видели, вопрос был о понятии археологии, истории. Тем не менее, местные власти обещают площадке проявлять повышенное внимание. Любые артефакты, которые могут быть здесь найдены, сразу отправятся на экспертизу. Строительные работы, кстати, уже возобновились. В следующем году по проекту здесь появится 18-этажный жилой дом.